Здравия желаю. Продолжаю опыт. Тут поступило на первое видео сегодняшнее, где с колесом. Поступило много предъяв за замеры. А я вам так, ребятки, скажу. Берите, делайте, схема простая и показана, и замеряйте. Я знаю, как мерить. 50 лет отработал электриком. И до сих пор я ремонтирую и компьютеры, и электричество любое. Никогда электрика не вызывал в жизни. Все сам делаю. И электроприборы все, и стиралки, и хиралки, холодильники. Поэтому все мне знакомо, все замеры. Об этом даже не надо заикаться. Тем более, если у вас есть сомнения, схему я показываю. В чем дело? Возьмите, соберите и замерьте сами. Только не надо применять осциллограф. Осциллограф вообще показывает чушь и дурь. Вот это вы не понимаете. Ток вырабатывается в любом моторе по кругу, то есть он идет по спирали, а у них показывается, они обрезают это и показывают вверх-вниз, плюс-минус. Никакого минуса нет, он дальше вот это вот, когда вниз, он дальше это по кругу пошло. Это продолжить надо. То есть осциллограф прибор неверный. Кто им пользуется, тот не понимает этого. Ну ладно, об этом не будем. Сейчас покажу, значит, колесо я убрал. То есть для генератора колесо и не нужно. Что я сделал? Убрал колесо отсюда. Так. И уменьшил на 0,1 промежуток. Расстояние. Так. Получилось 0,1 и 0,3 секунд. Значит так. Сейчас включим, посмотрите. Вот он крутится, видно. Вот посмотрите, значит, что будет здесь. Видите, напряжение падает всего. Сейчас еще поднимется. Будет больше 10. Сейчас еще пока 9,90. Подождем. Разгон. Вот видите, значит, 10 с чем-то и 11,80, когда разогнался. Это у меня записано, это напряжение. Видите? Потребление я здесь тоже замерил. Замерил на счетчик. Какой вам еще прибор надо? Вы что, вообще больные на голову, блин? Прибор. А счетчик это что? Он сразу мерит. Есть прибор вольтметр, вот он, и амперметр. А счетчик мерит сразу. И вольты, и амперы, сразу ваты. Вы что, не понимаете, что ли? Вообще это больные на голову, кто пишет. Вот сейчас покажу результаты. 10,4 и 11,9 выход. Сейчас выключу, чтобы не шумело. Потребление 51 ватт. КПД вот такой системы 876%. Можете проверить, если не верите. Потому что потребление, я высчитал, 123, почти полное, 11,90 здесь, на этом самом, на вольтметре было. А у него 12, он полный выдает, 124. То есть 123 ватта. Первый раз и еще 3 раза по 108. 10,4 минимальная.
Вот и получается, давайте посчитаем. Сейчас я вам зарисую это все. А то, блин, это самое. Берите, проверяйте, вот самые умные, которые здесь заходят. Проверяйте. Вот, значит, мотор. Магнитный. Колеса нету, просто мотор. Так. И вот этот трансформатор. Вот этот. 24 вольта. 4 ампера. Вот так вот выход тут. Как бы батарейки. Сейчас нет батарейки. Так. И тут реле. Один, 0,3 уменьшил, потому что без колеса. Потому что инерция меньше без колеса. Поэтому уменьшил. Зазор сделал. И это сеть. И вот 51. Значит, 51 здесь потребляет. Вот. Вот по этому счетчику. И он не врет, я лампочки проверял, да, это я уже рассказывал. На 100 ватт они показывают при напряжении 235 здесь в сети сейчас, они показывают 112 ватт. То есть все точно. Лампочки на заводе сделаны, счетчик на заводе сделан. Дальше. Первый раз, когда здесь 51 потребляется, вот отсюда. Так, где у меня тут? Выходит 123 ватта. 123 ватта первый раз. А потом три раза по 108. 108 раз. 108 два. 108 три. Так, 108 помножим на 3, 324 плюс 123, 441, а тут 51, разделим на 51, помножим на 100. КПД это устройство. 876. Поэтому колесо, может, и не нужно для генератора. Колесо нужно, когда ты делаешь на велосипед, допустим, на самозапит велосипеда, вот тогда колесо пойдет. А если тебе нужен просто ток, то колесо у тебя забирает половину тока. Больше половины тока. Сжигает. Понимаете? Больше половины мощности. То есть КПД это устройство 876. Не верите? Проверьте. Проверьте.